защитный гроб. Техническую часть я буду говорить за кадром, но точнее, скорее всего, вы ее уже просмотрели. Да. Какую-то часть я при свете сделаю, а другую буду в темноте уже. Поехали. Сейчас будет часть с начертаниями рун. Черчу первую руну. О, сила хаоса внутри меня. Хаос, моя сила разных цветов. Услышь меня, я хочу видеть твой черный цвет. Хаос внутренний, открой рогом, проколи дверь в мир силы хаоса и существ, стремящихся предать этот мир огню и скормить его хаос. Ад, покажи мне себя, покажи мне твое стремление проникнуть в этот мир. Ну и далее все при свечах. Сразу покажу то, что нужно. Голова с рогами находится позади меня. Театр теней. Раз, раз, раз. О, так гораздо лучше. О! Прости, милый мальчик. О! Я что-то сказала? О! Настраивает сразу. О, сила хаоса внутри меня. Хаос. Моя сила разных цветов, услышь меня. Я хочу видеть твой черный цвет. Хаос внутренний, открой рогом, проколи дверь в мир силы хаоса и существ, стремящихся предать этот мир огню и скормить его хаосу. Чертушки, братушки, услышьте меня с той стороны зеркала из мира ада. Явитесь мне на беседу. Придите в этот мир заниматься делами, которые я, и вы, и я хотим. Встаньте перед моим взглядом и проявитесь. Судьба привела меня сюда, услышьте мой зов. Так, несмотря на то, что держу одинаково, тень как-то себя хаотично ведет. Попробую с другой. Явитесь мне, который и вы, и я хотим. Следующее. Что такое? Ага, тут я вижу улыбку. Пожалуй, самая четкая была, и она вновь рассыпалась в таком искаженном. Они прям скачут. Еще на данный момент я концентрируюсь на задаче, которую тоже уже, скорее всего, говорила. Заострила я внимание на этой фигуре. Следующая довольно забавная. Сейчас посмотрю. Вот эту попробую. Опс. Буйная.
Видимо, из-за того, что много ног, хочет убежать от меня побыстрее. Thank you.
Я слышу гул в голове, и во рту стало как-то дико сухо. Существа мира огненного хаоса, демоны, черти, у вас много имен, придите ко мне, пусть желающие придут, начнется диалог. Я не знаю, запишется это или нет, но я услышала какой-то стон правым ухом. Очень-очень тихий. Демон. Если это ты, то дай знак. Слышу какой-то голос и какие-то стуки. Не знаю. Тоже пишется это или нет. Я попытаюсь заговорить с этим. Так, если это ты, то... Совместить две личности в одной, и как мы будем говорить, вообще будем вести хоть какой-либо диалог. Кто из нас будет кому задавать вопросы? Как это вы себя представляете? Невежество. Что от меня рот людской, который мне противен, вообще даже немыслимо находиться вообще в человеческом теле. Это вызывает лишь отвращение, что вы, смысл у вас. Я бы не сказал, какой смысл у нас, но у вас его точно нет.
вы ходите, у вас какое-то расписание, у вас есть время, время, расписание, туалет, покакать, пописать, по расписанию, умереть по расписанию, лечь в гроб по математическим числам, рассчитанный гроб, сколько там, метр на два, что это вообще такое, зачем мне с вами разговаривать, о чем вообще вы можете говорить, не лишь некоторые служим кому-то за то, чтобы чувствовать вкус. Единственное, что у вас есть, это вкус. Можете почувствовать вкус. И все. А если у кого-то из нас нет никаких предпочтений, то вам ничем нас не заинтересовать, чтобы задавать какие-то вопросы, ждать какие-то ответы, какие-то предсказания. Это все понятия одержимости вообще как таковой нет, потому что вы настолько все открытые, как какой-то вонючий сельский туалет, в который так никто не пойдет. То, что я могу сказать, и я не желаю больше тут оставаться. Что-то рассвело уже. Стоит ли вообще пояснять цель всего того, что было, или чего это был уже день настал? Вернее, вот. С добрым утром!